Всем привет, это Люда, USA, Нью-Йорк. Хочу сделать видео об урагане Ирма, который надвигается вот сегодня ночью на Флориду. Ураган этот, а за ним идет Хосе, который, хотя ураган пятой категории, Хосе, говорят, будет потише, но тоже ударит потом. Хотя о Хосе еще неизвестно, в каком направлении он пойдет, а вот ураган Ирма уже известно, что он, конечно, ударит по Флориде конкретно. Сначала, вот буквально позавчера, говорили, что этот ураган, он пройдется больше по восточному побережью Флориды. А сегодня уже и вчера вечером стали говорить о том, что этот ураган в основном, как бы, восточное побережье может вздохнуть немножечко свободно, а вот западная и центральная часть, они пострадают. Но центральная и северная Флорида не так пострадают, потому что этот ураган, он ослабеет. Он сейчас где-то будет 5 баллов, а потом он ослабеет и уже будет порядка там 3-2 баллов. Ну, в общем, не настолько он будет сильным, когда он ударит по северу Флориды и по центральной части. В общем, основной удар приходится на Майами, к сожалению. Город туристов, город, где, в общем-то, и много наших русских людей, соотечественников, бывших соотечественников живет, нынешних соотечественников. Потом сильно пострадает Ки-Уэст, там обязательно эвакуация. Ки-Уэст — это такая сеть тоненьких длинных островов, которые начинаются на юг от Флориды, и они продвигаются как бы к Флориде, там, в общем-то, люди ездят отдыхать. Я там не была, но мне говорили, что там замечательно, вообще замечательное место, очень там хорошо. Но настолько это тоненькая гряда островов, и там всего лишь одна тонкая какая-то трасса, какая-то тоненькая дорога, которая идет к Флориде, и вот ее, говорят, обязательно 100% затопит. Ураган прошелся по Кубе, по каким-то еще там островам, Сент-Мартин остров, и там, конечно, сильно разрушения. И были уже ураганы во Флориде, и не один, но вот говорят, такой сильный, такой мощный, в общем-то, чуть ли не впервые за многие-многие годы. Тем более, что недавно это ураган был в Хьюстоне, ураган был в Техасе, и теперь, получается, страна еще не успела оправиться от одного урагана, и вот уже другой ураган. И, конечно, последние две недели постоянно по всем каналам говорили про этот ураган. Но не так было известно, как он пойдет. А вот уже последнюю неделю уже конкретно ясно, что он пойдет и по Флориде он ударит. Что получается? Значит, он, получается, обязательно ударит по южному Майами. Майами, он тянется с юга на восток, вдоль Атлантического океана, то есть Майами обязательно пострадает. Потом, как бы, восточный Майами к северу туда, говорят, что просто будет дождь. Но Флорида, она, особенность Флориды в том, что она такая узенькая, достаточно узенький остров, узенькая территория, поэтому, конечно, все готовятся. Но вот что я видела по всем каналам, что говорят. Ну, во-первых, конечно, люди просто посходили с ума, скупая воду и скупая всякие снеки. Нельзя сказать, что магазины пустые. Нет, в магазинах полно всего, но вот как-то расхватали воду. Я смотрела некоторых блогеров, и блогеры говорили такие интересные вещи, что... Ой, Наташа Квик Фалькони сегодня слушала ее. Ой, это вообще. Она говорит, что она ходила случайно там, где она была, выбросили вот эти упаковки воды. И она взяла себе две упаковки, и она захотела в туалет, и она не могла оставить эту корзину вне туалета, потому что, она говорит, люди ходили и как зомби посматривали вот на ее тележку. И все хотели вот эту воду как бы захапать себе. Она пошла в машину, отнесла воду, и уже с пустыми руками вернулась, пошла в туалет в этом супермаркете. Хотя странно, все отмечают, что это очень странно, что расхватали воду. Я, конечно, понимаю, что в бутылках есть химия, которая, и плюс они герметически упакованы, поэтому эта вода может стоять, не знаю, неделями.
Но с другой стороны, действительно же, ну, в крайнем случае, ты можешь себе запасти какие-то огромные, взять бутыли пустые, или же какие-то кастрюли, какие-то емкости. И там эта вода, ну, я не знаю, ну, на крайний случай, ну, неделю простоит. Ну, 3 дня точно ничего не будет. 3-4 дня ничего не будет. А потом уже там... Можно заморозить какой-то лед в морозилках. Ну, тоже, конечно, говорят, что электричество может не быть, он растает. Ну, не знаю, но все равно непонятен вот этот ажиотаж. Потом снеки, да, снеки, конечно, да, раскупили тоже. Потом что еще я слушала? Блогеры, которые оказались вот в Восточном Майами с детьми, уехали. В общем, и те, которые из обязательной эвакуации во Флориде, вот этот Ки-Уэст и Южный Майами, обязательная эвакуация, в общем-то, я думаю, так где-то 80% от 90%, может быть, оттуда уехало. Говорят, 6 миллионов человек уехали. Они уехали все в Атланту, штат Джорджия. Интересно, что Атланта прямо вот так, знаете, как бы хорошо себя разрекламировала. Приезжайте к нам, все нуждающиеся, обремененные, и мы успокоим вас. Вот. И, конечно, тяжело там с отелями. Город предлагает всякие мероприятия, такие вот для детей увеселительные, музеи, там, ну, какие-то там выставки, в общем, все. Ну да, конечно, народ в таком страхе трепете, особенно Южный Майами. Вот. Но теперь, как выяснилось, со вчерашнего вечера сегодняшнего утра, в общем, теперь предстоит страшно бояться и дрожать Западной Флориде. Это город Тампа, город Санкт-Петербурга, ну и все города, которые лежат по этому побережью. Я уже думаю, может быть, повезет всем, Бог смилостивится, и этот ураган как бы еще сильнее сдвинется. Если он еще сильнее сдвинется влево, то тогда и Флорида как бы только дождем отделается. Ну, что еще? Есть люди, которые остались, но по всем каналам, особенно мэр Майами и губернатор Флориды, они говорят, все время они взывают к здравому смыслу, они говорят, что мы сами отцы, и у нас есть дети, у нас есть внуки, и имущество застраховано, или даже не застраховано, имущество можно восстановить, а вот вы своих близких уже не восстановите, и поэтому обязательно уезжайте. Но опять же, говорили, что уезжайте, вот как бы сегодня давали утром последнее время, потому что и так уже этот полуостров стал в пробках, этот штат стал в пробках, а получается, что если ехать сейчас к вечеру, то они уже не советуют вот сейчас ехать к вечеру, в субботу к вечеру, не советуют, потому что можно застрять, а как бы дождь и ветер сильный начнутся ночью, где-то час-два, хотя сейчас уже идет дождик, но как бы основной удар стихии придется на вот на ночь на воскресенье и до самого понедельника, где-то до второй половины дня понедельника будет вот это. А потом он уйдет туда, как раз на Джорджию, и там говорят, что он рассеется. Но судя по тому, как из космоса показывают, да, это, конечно, очень мощный, очень сильный ураган. И вот я помню, что когда у нас был Сэнди здесь, тоже про него говорили, что он бы, конечно, нас тут, вообще бы мы все тут, не знаю, под водой сидели. Но он сбавил силу с 5 баллов до где-то 2, а то и до 1. И поэтому, даже хотя у нас здесь были сильные разрушения, но все равно он был уже такой ослабевший. Повезло. Бог смилостился над нами. Но вот он, говорят, что он по Майами ударит и будет 5 баллов. А вот когда он уже пойдет туда наверх, по Флориде, он уже будет 3 балла. И тогда уже как бы это полегче. Вот, что еще я смотрела. Ну, получается, что восточная часть и центральная часть Флориды может немножечко вздохнуть, а западная часть Флориды, конечно, у них вот это вот переживание колоссальное. Ну, в больших высотках, вот я слышала, там у меня знакомые есть, у которых в больших высотных домах Майами есть квартиры, знакомые, у которых квартиры в больших домах, высотках, они как бы не очень боятся. Они говорят, что они построены так, что
как бы ураганно устойчивые. Они там просто запаслись едой, водой и не особо боятся. А, конечно, дома, когда маленькие, и если они просто, не дай бог, в низине, это опасно. Когда там еще три этажа в доме, ну, на крайний случай, на третий этаж уйдут люди. Да, еще интересно, что вот они в Ки-Весте, и в Майами, они настолько запугали всех, ну, это, я думаю, это обоснованные запугивания, они настолько запугали, что они сказали, что даже если в критической ситуации, вот в разгар стихии, вы будете звонить в службу спасения 911, вам даже никто не ответит, потому что просто, ну, не будет людей, они тоже будут как-то там, где-то в безопасных местах находиться, вот так вот. Что даже как бы рассчитывайте только на себя. Ну, в общем, поэтому они говорят всех обязательно уезжать. Вот. Ну, я, конечно, тоже считаю, что люди лучше пусть перестрахуются, чем не дострахуются. Лучше перестраховаться всегда, чем потом переживать или застрять где-то в пробках в разгар стихии. Некоторые уехали пару дней назад вот из этих всех районов и правильно сделали. Ну, конечно, есть некоторые магазины, которые взвинтили цену на воду. Вот это осуждается просто всеми. И сказали, что даже их будут потом наказывать после урагана, что эти магазины, они будут каким-то наказанием подвергнуться, потому что они здорово взвинтили воду. Потом такое слышала, что на Амазоне кто продавал воду, и говорили, что доставка этой воды мгновенная будет за $100. Амазон, говорят, заблокировал этих людей навечно. Вот этих продавцов, которые вот, ну, просто пользуясь таким ажиотажем, предлагали мгновенно привезти воду, но за $100, что Амазон таких даже заблокировал. Так, что еще я смотрела? Ну, интересно, что вот они умеют рассчитать траекторию. Вот за столько дней они как бы уже научились рассчитывать. Потому что за неделю я слышала, что уже точно будет по Флориде, но они еще сомневались, он пойдет вправо или он пойдет влево или по центру Флориды. Вчера они уже точно сказали, что он сместился чуть-чуть, они как-то потоки воздуха определяют. И вот они сказали, что он все-таки сместится ближе к западному побережью Флориды. Восточное может немножко, но там будут дожди, там будет где-то подтопление, но не настолько. Вот, что еще? Ну, я что-то еще в процессе вспомню. Ну да, вот эти южные штаты, они, Техас и Флорида, это не первый ураган в истории этих штатов. У них там частенько они бывают, потому что, как мне говорили, как я слышала, что вот эти потоки воздуха, холодные и теплые, они как-то смешиваются и вызывают вот этот круговорот. Круговорот и вот этот... такой вот огромный, он потом набирает силу, еще там как бы затягивает в себя воздушные потоки, вот такая мощь, плюс там вода внутри, и все это движется, когда на материк, то вот такие получаются катаклизмы. Но вот на островах, которые до Кубы были, там, я смотрю, сильное разрушение, а на Кубе как бы уже ничего, там снимают вот эти журналисты, ну как бы вроде ничего. Так, дождь, они стоят, ветер так, ну, не такая уж катастрофа. Ну вот, что еще? Скажешь, Марин? Если у тебя есть вопрос. Ну вот у Марины там, значит, получается дом во Флориде, и получается, что у нее там есть дочь, зять, и они вот как раз на восток от Орландо, Тайтусвилл. И как бы они теперь немножко могут расслабиться, насколько я поняла, да? Они могут чуть-чуть... Не думаю, потому что сказали, что ураган 5 баллов, я уже не помню. К ним 3 шкала. Придет. К ним придет, но 3 будет. Сказали, что 4, но разница между 4 и 5 очень маленькая, поэтому я не думаю, что они могут расслабиться, но я считаю, что весь этот ажиотаж, я из Флориды считаю. Да, я Флоридин. Да, что весь этот ажиотаж сделан еще и специально, потому что на этом ажиотаже зарабатывают деньги. Любой ураган, конечно, это несчастье для многих, но в то же время те же продавцы воды и всего того, что нужно в урагане, чтобы пережить ураган, они становятся просто мультимиллионерами. Потому что поэтому для некоторой части американцев это просто бизнес, это благо, и они на этом зарабатывают деньги. Это
сильный ураган. Говорят, что такого не было. Да. Чуть ли не 400 лет не было. Ну, это надо знать, тот, кто другие покупал. Были, вот они даже показывали Мэтью, который был в том году, мы уже обсуждали это немножко с Мариной, что Мэтью они показывают, это маленький такой шарик, маленькое облачко по сравнению с тем, который идет сейчас. Поэтому они стращают не просто так, не просто так, что они ну, конечно, хотят, ну, это ураган, не надо хотят, чтобы люди все-таки уехали. Типа, как мы говорим, русские, это мы не говорим, будет. Что мы их шапками закрываем. Это не будет просто дождик, это не будет. Но это не будет то, что говорят по телевидению, я но так считаю. В Хьюстоне, погибли люди. В Хьюстоне погибли люди. Надо сделать анализ, кто погиб и почему погиб. Вот, например, слушай, в Хьюстоне. Вот такая спорщица. В Хьюстоне я знаю. У тебя. Так, слушай. Я могу сказать, кто погиб. 50% погибли наркоманы, пьяные. Нет. Да. Хорошо. Я знаю эту статистику. Подожди, я тебя перебью. Да. Ураган Сэнди. 2012 год. 2012 год. У меня здесь не было. Тебя здесь не было. До этого была Ирма. Ой, не Ирма, а Айрин. До этого была Айрин. До урагана Сэнди была Айрин. Я была и Айрин, я была в Нью-Йорке и во время Айрин, и во время Катрин. Ой, все перепутала. Катрин была в Новом Орлеане. У нас была Айрин, и у нас был Сэнди. Значит, Айрин, да, это был просто сильный дождик, и так кое-какие ветки упали. Когда был Сэнди, погибли не наркоманы, нет, нет. Обычные люди, вот были даже и погибшие семьи и все такое. Просто люди поехали не тогда, когда надо. Либо надо заранее ехать, а когда... Мы соблюдали правила безопасности. Они не поехали вообще. Они были близко к океану, но они, это на Стейтен-Айленде погибла женщина с двумя детками. Так я не говорю, что такие не гибнут. А, она гибли. Даже... Подожди, дай я скажу. Она даже выжила, а детей смыла. Потому что она поняла, что вообще уже стало страшно, и она собралась в машину и ехать, и говорят, у нее потоком воды детей из рук вырвало. Вот. Вот. Это очень печально. Ну вот, поэтому чтобы не смыло. Они сейчас, ты не перебивай. Хорошо. Они перестраховываются, чтобы не было таких случаев, что это будут не наркоманы, нет, это будут люди, которые вдруг поймут, что их дома затапливает, они спохватятся, либо уже некуда будет подниматься на крыше, не будет такой возможности, либо они будут ехать, и вот как было в Хьюстоне, погибло четверо детей, и престарелые родители, а мужчина не смог из машины вытащить, они с фургоном ушли в подводду. Я не говорю, это что все были ужас. Наркоманы. Конечно, гибнут, не дай бог, дети, все. Но люди сами не готовятся и сами во многих случаях. Вот почему детей смыло, а ее не смыло? Вот почему? Так, поменьше. Да. А пломба, я отвечаю. Спокойнее. Пломба. Спокойнее. Нас будут смотреть наши телезрители. Да. Они скажут, приятные люди. Давай. Надо покупать специальные... Во-первых, надо прислушиваться к тому, что говорят все-таки власти. Они не, пусть, я как уже сказала, пусть будет перестраховаться. Конечно, перестраховаться надо. Лучше, чем не достраховаться. Совершенно верно. Но во время урагана надо всегда вкладывать деньги. Например, для того, чтобы у меня пока еще нет внуков, но есть маленькие собачки. И мы каждой собачке купили специальные круги. Они надуваются, и у них есть такая трубочка. Это вот как в Техасе показывали несчастную собаку, которую оставили во дворе, и она там три дня плавала. Да, и она три дня плавала в воде. Может быть, и у меня такое случится, но у меня собака, она в этом в надувном жилете и еще с запасом воды, до которого она может... Я вложилась в это, поэтому я не знаю, может быть, с моей собакой что-то случится, но во всяком случае, она не, у нее есть шанс больше выжить, чем тех людей и собак, которых смывают. Вот, кстати, в Хьюстоне вот так даже, я смотрела кадры, эти видео, когда хозяева уехали, но собачек в клетках и кошек поставили на столы. И волонтеры, они просто разбивали. Поближе сядь чуть-чуть. Я...
И волонтеры, они просто разбивали окна и вытаскивали в клетках вот этих собак, которые уже там по пояс были в воде. Но это ж уму непостижимо. Вот так вот люди поступали. Да, не жалейте денег и покупайте то, уже... что предлагает американская вот промышленность. Опять, я думаю, сейчас погибнет много животных, как в Хьюстоне, так и вот во Флориде много животных. Таких диких животных, которые живут на среди деревьев, в парках, в водоемах, может быть, даже, не знаю. Очень много будет опять. Ой, ну посмотрим, завтра проснемся, и в понедельник будет известно, что и как. Ну вот, еще я знаю, что люди, которые работают в госпиталях, обязаны остаться, они не могут. В доме престарелых обязаны остаться, в госпитале, кто работает, они подписывают бумаги, что они должны, у нас, когда стихийные бедствия, ураганы, они не могут просто взять и уехать. Хоть там у них что, хоть там у них маленькие дети, престарелые родители, они должны оставаться. Правильно да, же? Должны, но не остаются. Не остаются? Да. Я могу сказать, как, допустим, сегодняшняя информация. Моя дочь, она директор в Лёрзин, небольшой начальник. Из людей, которые должны, из 60 людей, которые должны были остаться с больными на искусственном аппаратах искусственного дыхания, все, 60 человек, вышло на работу 20. Вот я то есть 40 решили. 40 пусть, просто, да, они пусть их что... уволят, они согласны да. быть уволенными, но они да. не остались. Но они с больными со своими не остались. Ну, мне вот тоже приходят всякие уведомления иногда. На случай будущих ураганов мне как бы делается такой запрос. Будешь оставаться, не будешь? Это у тебя не обязательно. Людей был обязательный контракт, что в результате... Да, у меня не обязательный контракт. Они должны были выйти на работу. Как медицинскому работнику тоже приходит... Будучи сами в живых. Приходит постоянное уведомление, что будете ли вы, значит, в шелтере работать в случае... Это система Красного Креста, да. Да, я знаю, что некоторые даже хотят, но не знаю... В зависимости от ситуации. Да, так что с медицинской помощью во Флориде тоже будет очень плохо в ближайшие месяцы. Почему месяцы? Не месяцы, а ближайший месяц. Ну, пока там остановят, потому что уже в понедельник это будет, я так понимаю, уходить из Флориды. Естественно, там начнутся восстановительные работы, и люди... Ну, слушай, ну вот вообще такой, как бы, вдруг эффект такого чуда, и все-таки ураган пойдет здорово на запад, влево. Может такое быть? Может. Какое-то чудо прямо случится, и вот так сильно-сильно уйдет он на запад, влево. Тогда получается, что на Флориде, во Флориде будет только дождик. Может такое быть? Может быть такое. Все в руках Бога, так сказать. Почему нет? Я считаю, что все в этой жизни может быть. Но на это не надо, как говорится, на Бога надеяться, но сам не больше. Ну хорошо, запасли запас, твои сделали запасы воды, запасы... еды, да? Да? Да, ты еще интересно рассказывала, что пришли к ним из ближайших домов люди, да, попросились да. к ним, да? Да. В их дом, потому что ваш дом достаточно крепкий, специальный у вас дом. Да, у нас называется shelter style, ну, то есть как можно говорила, использовать говорила, как убежище, да. Hurricane resistance, да. что ли? Да, да. И люди попросили, те, которые, ну, постройки обычные, я не говорю, что они плохие, но они обычные, то есть обычные стекла. Потому что у вас обычные... дом каменный, каменные... пуленепробиваемые стекла, да, у нас... я такого не слышала, да, но ну, у вас такой дом, пуленепробиваемые стекла. Мы даже делали, у нас очень мощный фундамент, у нас специальная противоураганная крыша. Да. И у нас есть генератор в доме электрический, то есть мы не останемся этим бензином и керосином, мы запаслись на случай. То есть вы можете сами качать да. воду? Не качать воду, во-первых, у нас будет электричество. А, вы можете генератор. Сами электричество? Да. А качать воду... Вам не нужна вот эта керосиновая лампа, которая тоже сейчас на расхват? Вам не нужны они, нет, да? Нет, не нужны, но у нас они все равно есть. Вдруг у нас еще и генератор откажет, но все равно они есть. Плюс у нас на территории рядом... Фонарики, запаслись фонарики, есть, да, свечки. Да, сухой спирт. Бензин, да, все это есть. У нас есть колодец артезианский. У нас есть система фильтров специальных очищения, система очищения воды. И что еще у нас хорошо, у нас довольно-таки небольшой свой бассейн, но воду... Не у вас, а как-то в комьюнити, туда, нет, в у нас есть собственный бассейн, и есть еще есть небольшое озеро.
Я говорю про собственный бассейн, что там хорошая вода, и то есть тоже можно пропустить через, если уже так сильно будет плохо, через систему фильтров и использовать эту воду из бассейна. Как дождевую, как дождевую, бы, да? Дождевую, да. И еще что тоже немаловажно, простите за подробность, у нас есть портативные туалеты, чтобы кусты оставались в хорошем состоянии. А вот те дома, те у вас были деревья, которые обязались спилить, вы успели спилить? Да. Это да, важно, да. Хорошо, да? Мы успели потому спилить что иначе старые они могли деревья, упасть. Да, да. Они бы упали, естественно, на наш дом, я не знаю. Что да, там. Вот интересно, что как раз недавно у вас эту сделали проверку, да? Да, да, да. Проверку да. деревьев и шесть. Шесть да? деревьев я. Они как-то просверлили, хотя они были с листвой. Они как-то там анализируют, да. И что они их при... нужно, и они их приговорили. Считали, что их надо спилить. Да, да, да. Вот эти шесть, да. шесть больших сосен, да? Да. Еще что по опыту прошлых лет ураганов, начинается мародерство. Все, да. все же уезжают, вот даже люди говорят, уезжайте. Вот мародерство начинается. И просто люди должны знать, что во многих комьюнити организуют как бы собственную полицию, собственные патрули. Может быть, вы живете в таком комьюнити, но просто не знаете. Потому что вот там, где я живу, там около 150 домов комьюнити. И люди, бывшие военные, они как бы организовали, как это в наше время называлось, народная дружина. Или, вот, они организовали вот эту народную дружину, и они будут вот, как-то своими силами патрулировать и хотя бы хоть как-то наблюдать за домами, входящими в эту комьюнити. Может быть, и у вас там есть? Спросите, нет, пожалуйста. Наши зрители в основном... жители бывшего Советского Союза. Вот о бывшем Советском Союзе хотела сказать. Что характерно, мои друзья с Украины мне позвонили и сказали, боже мой, у вас такой ужас, прилетай, пожалуйста. И мои друзья с России позвонили и тоже говорят, прилетай. И вот это так значимо, что вот уже все забыли террасу, все забыли, что я наполовину украинка и наполовину русская. Мне все время это в укор почему-то ставили. И все, вот беда объединила, и я очень благодарна нашим людям, которые вообще сейчас уже не спрашивают, какой я крови. Из Флориды было куда улететь, кто хотел, там кто-то летел. Я понимаю, но люди предложили, ведь это так даже странно, проживя много лет в Америке, где все, так сказать, отграживаются друг от друга, а люди вот из России и Украины, которые для меня обе страны родные, они мне предложили помощь. Спасибо большое. Так, что хотел сказать еще? Ну хорошо. Какая-то мысль у меня ушла. А, вот по поводу мародерства. По поводу мародерства. Интересно, что когда у нас вот здесь был ураган, вот говорят, что хотя. Ой, да. Когда вот был Сэнди, говорят, что здесь даже вот, когда вот на Фараковой бабушки застряли в этих высотных домах, и говорят, что даже вот так вот прям открывали дверь к ним и заходили, типа, привет, как дела, все ли в порядке, но, ну, как бы, тот, кто не открывал двери, тем, говорят, как бы взламывали двери, чтобы думали, что там никого нет, а там сидит втихую бабушка. Ну, так, до серьезных случаев не дошло, конечно, никого не убили, но вот на Манхэттен-Бич дома залило, и говорят, что там у них какие-то плазменные телевизоры украли у некоторых, потому что, в общем, не знаю. Да, мародерство существует во время ураганов. Но, конечно, лучше уж потерять там имущество кое-какое, чем жизни, чем детей, чем... Это, конечно, но это просто как деталь, которая имеет место. Ну, хорошо, выйдем в эфир, посмотрим, что будет в понедельник. Может быть, даже останусь завтра. Ли я со своим домом? Да? Ну, ваш что устоит. Вы тем более, что вы тем более как раз на восточном побережье. Мы на восточном. У вас как раз. И все-таки там будет 3. Не 4, а 3. Это уже сейчас точно сказали, что он снизится. А еще на север от Орландо чуть ли не единичка будет. У вас все будет нормально. Мы готовы. Ну ладно, всем пока. Всем увидимся. Пока. Увидимся. Так, у меня 1400 подписчиков. Всех поздравляю, всех приветствую. Так скакануло, я даже не ожидала, что так скаканет. Вот, в основном хорошие комментарии пишут. Ну все, всем спасибо, пока. Пока.